Всем привет, друзья, с вами Механик. Сегодня мы посмотрим мод на GTA 5, и это огромный, костяной, огнедышащий дракон. Давайте попробую я на нем взлететь. О, блин, а это не так-то просто. Хотя нет, стоит привыкнуть, и все. Управляется он, в принципе, мышкой. На кнопку W ты летишь вперед, ускоряешься. Соответственно, на кнопку S он замедляется. Слушай, все действительно просто. И у него есть функция, которая просто делает его офигенно крутым. Он может все поджигать. Вот таким вот чудовищным пламенем, посмотрите. Причем пламя достаточно длинное. И самый прикол, что если он поджигает машину, то она как бы плавится. Сейчас я попробую показать это. Так вот, вот на этой машине, допустим, смотрите. Видите, она как бы мнется, она плавится прямо от пламени. И это офигенно круто. И огонь. Черт, я не знаю, как они это сделали, но выглядит это просто потрясающе. Также, от взмахов его крыльев, он может очень легко сбивать машины и вообще все, что находится у него на пути. Естественно, само собой, раз у него есть такая вот способность, мы должны его проверить, что же он сможет сделать. Но вы сами знаете, с чем. Кто не понял, то досмотрите до конца и обязательно увидите. Черт, он просто сумасшедший. Посмотрите, что он вытворяет. Кстати, я тут полицию поставил, и, возможно, сейчас мы с танком поборемся, если танк приедет, конечно. Но для этого надо набрать 5 звезд. Я не знаю, вообще получится набрать 5 звезд или нет. Он все-таки очень быстро летает. Давайте, наверное, я поставлю день, чтобы его можно было получше посмотреть. Так. Ну вот, как-то вот так вот, мне кажется, будет хорошо. И... вот так вот. Вот так он неторопливо идет. Как многие поняли, он заменяет обычную птицу, но у него добавляется достаточно такой мощный функционал. Конечно, днем пламя не выглядит так эпично, как ночью. Естественно. Но зато днем можно хорошо рассмотреть самого этого дракона. Можно подняться реально высоко. Кстати, а вот это, по-моему, неплохая идея. Сейчас попробуем сбить. Вообще в легкую. Так он сейчас сбился или нет? Я что-то не понял. Где он, черт? Так, стой. Надо лететь помедленней. Потому что когда он летит слишком быстро, я не успеваю. Ну посмотрите, я легко могу эту штуку просто так вот наклонять, куда мне нужно. Она уже вся тарахтит. Так, еще несколько ударов, и мне кажется, все, ей придет конец. Я не знаю, можно ли здесь как-нибудь... господи, что это было? Я что-то вот до конца не понял, что вообще произошло. Он как бы погрузился внутрь. И после этого все взорвалось. Так, а возможно, он может хватать вещи. Да, черт возьми, он может хватать вещи. Соответственно, не только, я так понимаю, не только машины, но и, скорее всего, людей. Так. Во, смотрите, я поднял ее. Охренеть. Огромная летающая машина, ребят. И выкинул. Вот это, блин, круто сделано. Это просто потрясающе. Так, еще сейчас кого-нибудь. Вот этого парня. Этого не успел, может быть, вот этого. Во. Так, и выбрасываем ее. Посмотрим, что произойдет. Тачка просто улетает. И, естественно, взрывается после такой-то высоты. Так, что еще можно попробовать? Можно попробовать подняться прям реально высоко. Все-таки там летают большие самолеты. Можно попробовать сбить большой самолет. В принципе, тоже довольно интересное. Слушайте, да, действительно. Дракон прям может навести шороха на город. Это очень-очень круто просто. Также мне интересно, сможет ли он, нам нужно найти заправку, сможет ли он взорвать заправку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, слишком быстро, парень, давай помедленней. Черт, он слишком быстро, я не успеваю даже посмотреть, у меня в глазах аж рябит. Так, где за... Вот заправка, тормозим. И начинаем жарить. Да, он взрывает заправку. Охренеть просто. Этот дракон может просто все. Он просто может вообще все сделать. Так. Вот это хватай. Хватай. И посмотрите, там человек сидит, он просто в шоке. Так, а могу ли я ее аккуратно
Так, аккуратненько, сейчас попробую приземлить вот сюда на крышу, прямо. Давай, 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 клади его. Чуть ниже опускайся, опускайся. И отпускай. Блин, ну почему он ее бросил-то? Вы же видели, что я пытался прям супер аккуратно. Давайте еще раз я попробую. По-моему, должно получиться прикольно. Да, с этим парнем не удалось. Может быть, вот этого? Этот что-то вообще отвалился. Вот-вот-вот, кабрик, кабрик. Кто, кто? Копы, копы, стойте, стойте, копы. Так, все. По-моему, они выпали. Вот что-то мне вот так вот кажется. Нет. Короче, когда он ее бросает, машина взрывается, и тут вообще без вариантов. Давайте посмотрим, смогут ли копы убить его. Что вообще будет происходить? Нет. Пули просто отлетают, вы видите? Или не пули, или это его кожа отлетает. Ну, короче, что-то происходит, но ему, по-моему, абсолютно все равно. Зато мы можем вот так вот сжечь все, расплавить их машину просто до талого. Офигеть, как же это круто выглядит. Не, пламя просто потрясающее у него. И, естественно, можно сразу отсюда улететь. И никто не найдет вообще. Абсолютно никто не найдет. Это потрясающий мод. Я не знаю, почему я не делал на него обзор раньше, хотя я заметил его уже некоторое время назад. Я почему-то не думал, что он настолько крутой. И устанавливается он не так-то просто. Нужно сначала установить сам мод, то есть функционал, потом заменить модельки, потом еще там кое-что доставить. Но оно того стоит. Оно, черт возьми, того действительно стоит. Охренеть просто. Так, я что-то не вижу ни одного самолета. Кстати, скачать этот мод можно с зелененького сайта с GTA модами. Я думаю, те, кто скачивает моды на GTA, могут легко понять, что это за сайт. Поэтому заходите, он там в разделе скрипты находится. Кстати, нет самолетов, посмотрите. Поднялся уже очень высоко, но самолетов реально нет. Где самолеты-то? Че, мне надо взлетку найти? С той взлетки никто не взлет. Самолет! Самолетик! А ну-ка, парень, иди сюда. И вот еще, смотрите, как много самолетов. Мне кажется, вот этот сейчас я прямо спалю его. Нет, этому все равно, тогда вот этого парня сейчас. Вот этот вот желтый. Где желтый? Где, блин, желтый самолет? Вон он, желтый самолет полетел. Довольно сложно, потому что как-то близко все это расположено. Камера почему-то не хочет отдаляться. Так. Я его обогнал. Сейчас мне нужно развернуться и... Охренеть, он быстрый такой, сволочь. Да что же... О-о-о, а что он вытворяет? Вы посмотрите, что он творит. Что он делает? Обалдеть просто. Я разрушил пассажирский самолет, и он упал. Но я-то не хочу в воду. Ой-ой-ой-ой. А, подождите, он может в воду? Смотрите. Он может в воду. Охренеть просто. Вот это крутой чувак. Да, ребят, дракон просто потрясающий. Я думаю, что он заслуживает действительно много лайков, поэтому не скупитесь на лайки для этого дракона. Так, что бы нам еще сделать? Что еще нужно проверить? Я бы с удовольствием еще... Во, смотрите, озерцо можно попробовать прямо вот туда нырнуть до максимальной глубины и посмотреть, что будет на дне, потому что все-таки там в океане очень глубоко, а здесь как-то поприемлемее, что ли. Блин, что за хрень? Что это за хрень вообще была? Так, да, смотрите, можно исследовать абсолютно, не напрягаясь, можно исследовать дно. Можно палить огнем. Вот как надо было поджигать воду в моем эксперименте, черт! Вот как нужно было это делать, вы посмотрите. Реально под водой пожар. Под водой. Офигеть. Просто офигеть можно. Ребят, это супер штука.
Это реально супер штука. Чертов дракон. Просто вообще никто тебе ничего не может сделать. Абсолютно. Так. Хорошо. Хорошо. Давайте что-нибудь сделаем. Например, может быть, какого-нибудь другого героя вызвать? Я не знаю. Напишите в комментариях, что еще сделать с этим драконом. Может быть, сделать битву героев, с кем бы вам было интересно посмотреть, чтобы бился этот дракон. Ну а на этом будем заканчивать. Вот такой вот кратенький обзор самого дракона. Я надеюсь, вам понравилось. А на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. С вами был Механик, и всем пока!